кабина просторная, нравится очень. То, что много места, много всяких, много функционально. Ящички выдвигаются по бокам, ящички. Очень удобно насчет этого. Машину, вот именно эту. Да. Но на ней я прошел уже 6000 километров. Разные. Разные. Отечественные наши. Например. КамАЗ. МАЗ. Мерседес. Вот, Hyundai. Ну, был Hyundai HD500 еще был, я думал, на работу. А сейчас вот новый. Нормально сделанная машина, ну, более комфортная по сравнению с HD500. Кабина просторнее, спальник там, ну все какие-то условия есть, чтобы отдохнуть нормально и работать. Как вы думаете, дизайн? Нет, дизайн очень красивый, красивый, красивая машина. Если по повороту она идет, слушается, то есть в этом плане она нормальная машина. А дальше покажут, как пройдет 1500. Посмотрим, встретимся с вами еще.